Привет! Ты узнаешь, кто спрятался за тенью? Правильно, это цапля. А какая первая буква в слове цапля? Буква С. Это большая буква С. А вот это маленькая буква С. В словах буква С звучит как твердый звук ЦУ. Цапля. А тут кто спрятался за тенью? Правильно, цыпленок. Цыпленок. А в каких еще словах первый звук ц? Например, в слове цветок. Цветок. И в словах. Эй! Ух, царь и царица. Цу. Царь и царица. Или в слове. Цепь. Первый звук цу. Цепь. А еще в слове. Циркуль. Первый звук ц, циркуль. А теперь повторяй за мной. Цу, цапля. Цу, цыпленок. Цу, цветок. Цу, царь и царица. Цу, цепь. Цу, циркуль. Молодец. Тук-тук, можно к вам? Привет, кругляшек, заходи. Услышал, что вы учите, как звучит буква С. Ты прав. А вы знаете, что без буквы С многие названия и имена стали бы совершенно другими словами? Это кругляшек? Вот, например, перед нами цель. И если убрать первую букву С в слове цель, получится ель. Высокая зеленая ель. Правильно. Идем дальше. Перед нами пила. А у нее есть зубцы. В слове зубцы буква С посередине. А если ее убрать, то получится слово зубы. Зубцы превратились в зубы. Правильно. А можно в словах заменять букву С на другую букву? Можно, но так тоже получится другие слова. Вот, например, на этом фото запечатлен концерт. Поменяем букву С на В и получим конверт. Был концерт, а стал конверт. Или, например, пальцы. Меняем С на М и получаем пальмы. Были пальцы, а появились пальмы. Молодцы. А теперь играем со мной в прятки. Ищите меня за словом, которое начинается со звука ц. Я попробую первой. На этой картинке черный цвет. И первый звук в слове «черный»
Чу! Черный. А нам нужно слово, где первый звук «цу». На этой картинке шашки, но первый в этом слове звук «шу». Шашки. Но нам нужен звук «цу». А вот на этой картинке цветок. И первый звук в этом слове «цу». Цветок. Значит, кругляшек спрятался за этой карточкой. Нажимаем. Молодцы. А теперь бери мышку и сыграй сам. Какое слово начинается со звука «цу»? Нажимай на нужное. На этой картинке юбка. И первая буква в этом слове «ю» – юбка. А нам нужно слово, где первый звук «цу». На этой картинке яблоня. Но первая буква в этом слове «я» – яблоня. Но нам нужен звук «цу». На этой картинке цыпленок. И первый звук в этом слове «цу» – цыпленок. Значит, кругляшек спрятался за этой карточкой. Молодец! Играем дальше. Какое слово начинается со звука «ц»? Нажимай на нужное. На этой картинке зонтик. И первый звук в этом слове «з» – зонтик. А нам нужно слово, где первый звук «цу». На этой картинке хобот. Но первый в этом слове звук «х». Хобот. Но нам нужен звук «цу». На этой картинке цифры. И первый звук в этом слове «ц» – цифры. Значит, кругляшек спрятался за этой карточкой. Молодец! Играем дальше. Какое слово начинается со звука «цу»? Нажимай на нужное. На этой картинке щука. И первый звук в этом слове «щу» – щука. А нам нужно слово, где первый звук «цу». На этой картинке экран. Но первый в этом слове звук «э» – экран. Но нам нужен звук «цу». На этой картинке ценник. И первый звук в этом слове «цу» – ценник. Значит, кругляшек спрятался за этой карточкой. Молодец!
Спасибо, Кругляшек, за игру. Пожалуйста. На сайте Умочка можно скачать полную игру для планшета. А я поскакал. До встречи, Кругляшек. И мы будем завершать наш небольшой урок. Или посмотрим еще один ролик.